Следующая остановка Кутузовский проспект, дом 8. Кутузовский проспект, дом 8. Следующая остановка – гостиница «Украина». Проезд в городском транспорте только в быстрых интерцентках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты для выхода из транспорта. Гостиница «Украина». Следующая остановка – площадь Свободы России. Площадь Свободной России. Следующая остановка – Налинский бульвар.
Октябрь. Следующая остановка – дом книги. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Приятной поездки.
Следующая остановка – Манежная площадь. Водителю.
Следующая остановка – метро Китай-город. Свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что наблюдатели загорелся зеленым сигналом. Спасибо. Приятной поездки.
Следующая остановка – Тетеринский переулок. Дорогие москвичи, из-за тесного контакта с другими пассажирами и длительного нахождения в транспорте существует высокий риск заражения коронавирусом. В Москве наблюдается рост заболеваемости и госпитализации. Управление Роспотребнадзора по городу Москве просит носить маски и перчатки, соблюдайте дистанцию и поздно.
входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо, приятной поездки.
улица. Следующая остановка – Институт радиосвязи. Thank you.
библиотека. Следующая остановка – улица Верхняя Котловка. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты для выхода из транспорта. Внимание! 19 октября учащиеся с 1 по 5 классы вновь могут пользоваться социальными картами. Приостановлен льготный проезд на городском транспорте для школьников с 6 по 11 классы, москвичей старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания. Берегите себя. По возможности оставайтесь дома.